И всем привет, ребят, я только что встала, и вот наступил этот долгожданный день, когда уже нужно уезжать. И сегодня я проспала на 2 часа. Вообще, я должна была встать в 7.30, но я встала в 9.30, я не знаю почему. Мне просто дедушка разбудил, тебе нужно куда-то ехать, собираться. Я говорю, да, я смотрю время 9.30, и я быстрее побежала за камерой, и сейчас мне нужно все быстрее умываться и уже собираться. Я уже все положила, что мне нужно, но я, конечно, не прям уверена на 100%, то, что это еще все вещи. Поэтому потом я все это сложу, может, еще что-нибудь увижу, тоже положу. Это мой рюкзак, с которым я еду. Это рюкзак ЦСКА, красненький. Все с этим рюкзаком едут. В этот мешок я положила сюда всю еду, мои всякие документы, согласие родителей на участие ребенка в соревнованиях, свидетельство о рождении и справка от школы. Сланцы, чтобы в поезде не ходить. Моя пижама. Это мои шорты тренировочные и лосины. В этих лосинах мы, кстати, выступаем. Мои полупальцы. В этих полупальцах мы выступаем. Косметичка. Ну, когда мы красимся. Это у нас все для волос. Там резинки, штрихи, всякие сеточки. Лак. Это гель-лак берем с собой. А также расческу и зубную щетку. Гигиеническая помада и... Я не знаю, как эта штучка называется. Это карандаш для ингаляции. Ну, короче, когда ты вдыхаешь в него, там такая свежесть идет. Просто я сейчас приболела немножечко. Мой чехольчик. В этот чехольчик мы берем всего лишь один костюм. Все так рады то, что мы берем один костюм, потому что обычно мы берем очень много костюмов и просто с ними тащиться. И это, кстати, самый красивенький костюмчик. Это здесь лежат флешки и батарейки, наушники, мой провод, также пауэрбанк, зарядник для камеры Canon, палочка и камера Sony. Ну, я на всякий случай беру эту камеру, вдруг что-то случится с моей камерой. Знаешь, кокеточки, моя группа пишут, как у всех дела. У меня очень плохо, потому что через час я уже должна выходить, а я еще не собрала. Так, все, вроде я уже все сложила, поэтому... Наконец-то. Я очень рада. Теперь мне нужно быстренько завтракать и уже буду одеваться, собирать и делать волосы. Все, я уже собралась и сейчас уже буду выходить и смотрите, что я с собой беру. Это мой рюкзачок. Конечно, мне еще нужно будет сходить в магазинчик купить сок, потому что я забыла. Мой мешок, здесь у меня вся еда, просто вся еда. Здесь у меня все заряднички и мой чехольчик. И тут написано Бузина Кристина и Блондинка ТВ. Раша, Нижний Новгород. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Ребята, ну все, мы уже вышли на улицу. Здесь как Алена. И смотрите, Алена в шапке. Это как-то очень странно, нам взяли в шапку. О, господи. И Юля сейчас кладет свои вещи в машину. Да, там, смотрите, это наши все вещи, их очень много. И садимся сейчас в машину, ура! Мы уже уезжаем, я очень рада. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep, and you and I, we got history. Yeah. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. Мы первые, ура! Ребят, смотрите, это все ЦСКА. Смотрите, насколько много. Вот это да. Все, ребят, мы уже поехали, наконец-то. Сейчас мы вообще, смотрите, вот здесь вот сидели, знаете кто? Бабушка с каким-то мальчиком. Но мы попросили бабушку с мальчиком поменяться на Юлю с Тони местами, и Юля с Тони к нам пришли. Ура! Мы очень рады, то, что так сделали. И мы уже едем. Смотрите, сейчас все здесь кушают уже. Здесь просто все ЦСКА. Смотрите, мы решили поиграть в Уно, мы играем такими маленькими картами. Это карты из Несколько. Классные карточки. Смотрите, как они просто в руках держатся. Вот мои карточки, теперь маленькие. Я хожу.
like a symphony. And you and I, we got history, yeah. And when you're alone, do you say my name? Or you say her name? И мы уже вышли, мы уже возле. Смотрите, насколько много фазы. Так, теперь мы идем в метро. И потом там будем где-то час ехать с пересадками до нашего отеля. Короче, сейчас у нас будет очень смешное путешествие. Да, удаленно еще просто. Ой, еле-еле собрались. Наконец-то мы в Москве. Даже уже как бы не очень чувствуется то, что мы в Москве. Смотрите, насколько много фазы. Я слышу, максимум бокс. Lay me down on a bed of roses. Sink me in the river at dawn. Send me away, away, away. Send me away. Ребята, наконец-то мы уже вышли, у нас просто было 4 даже пересадок, мы просто ехали, это было очень сложно, нам очень тяжело, мы все просто как в бане, и мы наконец-то вышли на улицу, и здесь просто снег, здесь так красиво, здесь снег, это очень здесь классно. Здесь Ашан и Декатлон. Ой, смотрите, как здесь красиво, мы в Москве, ура. Ашан. Нас прям, мы когда вот ехали все время наверх, по этому, по эскалатору. Нас все снимали, то есть у нас 80 человек, и мы прям все с красными шапочками. Нам сказали, что мы арша. Да. Пришли наконец-то, мы просто очень огромный путь преодолели, чтобы сюда зайти. У меня сейчас все мутно из-за холода, так было холодно. Ой, сейчас мы будем ждать, когда нам дадут ключики от номера, и мы уже зайдем туда наконец-то. Все, мы уже наконец-то пришли в наш номер, и смотрите, это у нас уже коридор здесь такой. Там вы слышите звуки, там наши девочки просто, и вот наш номер 604. Смотрите, заходим туда. Вот он, синенький такой. Здесь у нас дверька, здесь вешать, а также здесь туалетик. Ну, все как всегда. И вот здесь вот две кровати, где там Алена и Юля спят. И здесь я сплю. Смотрите, какое классное зеркало. Вау. И здесь дверь, короче, шкаф, здесь наши чехлы. Моя куртка висит. Ну, в общем, очень классненький, а то еще здесь, кстати, очень классный вид из окна. Смотрите. Обычно у нас вид не очень красивый, в этот раз очень красивый. Но мне нравится. Смотрите, где я сейчас нахожусь. Я нахожусь в номере Лизы и Сони. Их сейчас нет, но они оставили дверь открытой. Короче, я сейчас хочу куда-нибудь спрятаться и их напугать. Смотрите, у них какой классный номер. Они здесь вдвоем живут. Мне нравится. Мне кажется, у них даже лучше, чем у нас, только здесь очень темно. Так, куда же мне спрятаться? Давайте я спрячусь под кровать. А что наш этот? А что? Да блин, я хотел напугать. Ах ты ж, я тебя еще... А мы тебя искали. Смотрите, заходим к ним в комнату. И вот смотрите, все нормально, вот, ванна, смотрите, проходим дальше, здесь тоже, и тут такая дверь, смотрите, обратно к ней в комнату, как так классно, да ничего, как тут классно, я тоже хочу тебе такую комнату, а еще я умею снимать две штуки. Классная у них комната, я вот тоже себе хочу такую комнату. Господи. А зачем им ножик вопрос? Я только
Ладно, все, до свидания, девочки. И, кстати, завтра мы уже встречаемся в 8 часов. Мы встречаемся завтра уже в 8 часов внизу на завтрак, а потом в 10 часов мы встречаемся уже со всеми вещами, и мы уезжаем из этого отеля. Уже я хотела там на 2 дня, 3 хоть. Одну ночь, просто одну ночь. Ну давайте, чтобы запомнить эту ночь, будем не спать просто. Будет очень классно. И не очень классная кровать. А потом уже, кровать. Да, будем выступать такие. Ой, классно. Произошло, не знаю что. Смотрите сначала на нашу комнату. Какая она вообще? Юль там ест. Мы просто снимаем видео в ТикТоке. Я просто встала на нее просто. И вот что случилось. Все. Смотрите, здесь дырка просто. Все хорошо. Хорошо, что я на ней спать не могу. Смотрите, вот. Все, прячь Алену куда-нибудь и все. А ничего, хотим тебе еще спать здесь сегодня? Нет, я с вами буду спать. И мы сейчас снимаем видео. Господи, вот это классно. И время уже у нас... Сколько время? 22:34. Ой. Алена, давай. Может, из окна выпадешь? Ну, пусть так. Господи. Давай. Мне просто нравится это зеркало, оно классно. Давайте. Ты снимаешь? Да. Тоня зажигает. Где тебя будет правда? Да, блин, ну стучится опять. Стучится. Блондинка ТВ, когда новое видео спрашивают? Все спрашивают. В Москве. Пока что я в Москве. Москва, Юля. Это Москва, детка. Антон Кобельнюк спрашивает, и когда новый видос? Взяла, детка. Когда новый видос, блин, сегодня? Сейчас вы меня увидите. Сегодня не на камеру. Сегодня? Вообще, вот смотри, Антон, делай, короче. А вот это скрины, смотри, блондинки ТВ. Вот ставь на обои, короче, смотри. Ой, хотите. Скажи, короче. Опять. Вот, смотри, вот. Осторожно, тут мат. Поэтому вот такие пляжи. Бывает, куда выйдем. Ломятся. Какие-то люди. Короче, смотрите, теперь я веду влоги, да, вот, смотрите. Вот, смотрите, да. Подписывайтесь на мой канал, да, всем. Подписывайтесь, я такая красивая. А вы знаете? Чего вы знаете? Чего мы знаем? Что? Это камера Кристины. Я долго придумывала, что сказать. Не надо, перебирай, я хочу тебя снять. Дай я посмотрю, пожалуйста, дай чуть-чуть, я не раз снимала. Тихо, стой. У меня папарацци. Даша. Ничего вам? Смотрите, это наш номер, да? Это Кристинин номер. Не важно. Все, ребята, мы уже ложились спать. Сегодня просто был очень классный день. Много всего провели, просто и даже тяжело было. И мы еще так и не убрались. Решили завтра убраться, когда будем уходить. И вот они уже здесь лежат, спят. Я тоже буду с ними спать. Поэтому, ребята, всем пока-пока. Увидимся с вами завтра. Мы завтра будем рано вставать, чтобы вот это вот все убирать. А также еще нужно завтра на завтрак идти. Ну и вообще завтра мы уезжаем из этого отеля. А так не хочется, просто сегодня было очень классно и весело. Поэтому всем пока-пока. Время полчаса четвертого, и вот что мы...
Мы у себя в комнате типа хотим поспать. Ну, все, давайте, Даш. Мы там шпионы, они там это кувыркались, либо шпионы. Они там кувырки делали. Мы решили сходить в гости к Даше Талановой. И эти к нам еще приперлись. Мы тут такие засыпаем, они к нам приходят. Я вроде смотрю, вас двое. Алена, я тебя больше смотрела, чем ты. Все, давайте пойдемте к Талановой в гости. Тихо. Люди, смотрите, мы лунатики. Say my name, or you say her name.